Так, на заднем плане видны следы какой-то старой лекции, которые почему-то не стерлись. Но они нам мешать, наверное, не будут. Значит, к сожалению, никто мне не напомнил, что у меня остался долг. А именно, мы в прошлый раз не обсудили задачу с позапрошлого раза, а именно, как разрезанием на фигурке доказать утверждение Диофанта, что треугольное число, взятое 8 раз, да плюс 1, будет квадрат нечетного числа. Может быть, это на семинаре обсуждалось? Нет, мы такое не разбирали на семинаре. Ну, ответьте там в чате или голосом, или как-нибудь. Кажется, нет. Нет, хорошо. Тогда давайте я эту картиночку покажу, чтобы уже больше к этому не возвращаться. Итак, у нас есть квадратик с нечетным количеством клеточек в стороне. Ну, я сделаю, скажем, 7. Но давайте считать, что это 2n плюс 1. Итак, здесь у меня 2n плюс 1 клеточка. И здесь у меня 2n плюс 1 клеточка. Понятно, что можно 2n плюс 1 разделить так. Вот одна клеточка, а вот здесь n, и вот здесь n. И тут тоже в серединке одна клеточка, а здесь, соответственно, n, и здесь тоже n. И тем самым мы видим, что у нас есть средняя клеточка, вот это та самая одна, которая нас интересует. Теперь остаток нужно разрезать на 8 одинаковых треугольных чисел. Делается очень просто. Можно, например, вот такую вот картиночку сначала сделать. Теперь понятно, что мы разрезали наш квадрат на одну клеточку и 4 прямоугольника. При этом у каждого прямоугольника размеры n на n плюс 1. Давайте я, значит, каждый прямоугольник. Имеет размеры совершенно понятные. У него, ну, я, например, вот правый верхний прямоугольник перерисую. У него одна сторона, вертикальная сторона n и горизонтальная n плюс 1. Ну, такой прямоугольник как раз у нас получался, когда мы составляли два треугольных числа, скажем, вот таким вот разрезанием это можно показать. Ну и тем самым у нас возникает разрезание как раз на 8 одинаковых фигур. Вот так. Например, вот так. Например, вот так, и, например, вот так. Вот такие забавные картиночки иногда возникают. Понятно, что за этим не видно никакой общей, так сказать, науки. Но вот конкретно эта задача решилась вот такой красивой иллюстрацией. Хорошо, теперь давайте все-таки вернемся к тому сюжету основному, который у нас был в прошлый раз. Это геометрическая прогрессия. Речь шла о том, что имеется такая последовательность чисел, что каждое следующее в одно и то же число раз больше предыдущего. Соответственно, это одно и то же число раз, это некоторое число Q, которое называется знаменатель прогрессии.
И если мы начнем с нулевого члена, это на самом деле удобнее, то А1 будет в Q раз больше, то есть будет А0 умножить на Q. Соответственно, А2 будет еще в Q раз больше, то есть это будет А2 умножить на Q. То есть, соответственно, простите, А1 умножить на Q, то есть А0 умножить на Q в квадрате. Ну и так далее. Понятно, что n-ный член этой самой геометрической прогрессии, это есть А0 умножить на Q в степени n. Самое, пожалуй, знаменитое и первое приходящее в голову геометрическая прогрессия – это степени двойки. Пример, который мы немножко обсудили в прошлый раз, когда у нас А0 – это единица, а Q равно 2. Так, как плохо написалось. Q равно 2. В этом случае, значит, что же у нас будет за последовательность такая? Паттерн, который все хорошо знают. 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Вообще все степени двойки до 10 принято помнить. Это очень удобно. В частности, значит, 32 это 2 в пятой степени. А вот 2 в десятой степени – это довольно знаменитое число 1024. Ну, каждый, кто не видел это число, может просто посчитать, умножая на 2. Значит, это число очень любят программисты. Значит, соответственно, у них это называется килобайт. И связано это с тем, что это число близко к 100, близко к 1000. Приставка кило, как вы понимаете, означает 1000. Километр, килограмм и так далее. Примерно равно 1000, я так напишу. Ну, есть даже такая шутка, что... Простые люди думают, что в килобайте 1000 байт, зато программист думает, что в километре 1024 метра. И для всяких прикидок это приближенное значение очень удобно. Ну, наверное, вы все в детстве слышали легенду про изобретателя шахмат. Как известно, ну, то есть неизвестно, конечно, было это или нет, но легенда такая, что изобретатель шахмат так впечатлил Раджу, которого он научил этой игре, что тот захотел его наградить. И изобретатель сказал, да мне особенно награды-то не надо, вот у меня есть доска 64 клеточки. Положите на первую клеточку одно рисовое зернышко, на вторую два, на третью четыре, на следующую восемь, на следующую 16. Ну и вот этого риса мне хватит. Раджа сначала удивился, что он просит так мало, но довольно быстро выяснилось, что запасы риса, которые были, кончились еще не, когда не дошли до половины доски. Ну, совершенно понятно, потому что, значит, 2 в 64 степени зерен – это очень-очень много. Но как нам это очень-очень много примерно прикинуть? Ну, поскольку тут десятая степень фигурирует, давайте я напишу 2 в 4 умножить на 2 в 60. Ну, 2 в 4 – это 16, это понятно. А что такое 2 в 60? Значит, если мы воспользуемся вот этим приближением, которое только уменьшает прикидку, то это что, то же самое, что 2 в 10 в 6 степени. То есть это примерно 1000 в 6 степени.
Значит, 1000, как вы знаете, это 10 в третьей степени. Так, поэтому простое жонглирование с этими тями дает, что это 10 в степени 3, еще в степени 6. То есть 10 в 18 степени. А, то есть, если мы захотим записать это число, то оно совсем маленькое. Это единичка и 18 ноликов. Вот. Ну, понятно, что 2 в 60 заметно больше, потому что тут мы округляли, отбрасывали эти 24. Но, тем не менее, даже это количество зерен уже совершенно неимоверно. Давайте будем считать, что рисовое зернышко имеет размеры миллиметр на миллиметр на миллиметр. Но это, конечно, неправда. Но рис на самом деле немножко крупнее. Но, тем не менее. То есть это означает, что одно рисовое зернышко – это один кубический миллиметр. Поэтому, соответственно, значит, одно зерно – это один кубический миллиметр. Значит, в сантиметре 10 миллиметров. Это значит, что, соответственно, 10 в третьей зерен – это один кубический сантиметр. А теперь, сколько же, значит, еще умножить на 1000, 10 в шестой зерен. Это один кубический дециметр, это еще совсем немного. Значит, соответственно, 10 в девятой зерен. Это один кубический метр. Как, значит, у нас 10 в 9, а, значит, тут интересно 10 в 18. Во сколько же это раз больше? То есть, тем самым, этот объем, получается, будет 10 в 9 умножить на 10 в девятый зерен, да? То есть это будет 10 в девятый кубических метров. А что такое 10 в девятый? Это 10 в третьей в кубе, да? Значит, 10 в третьей – это 1000. 1000 метров – это километр. То есть, другими словами, это один кубический километр. Тем самым, если вот представлять себе, что у нас одно зерно занимает один кубический миллиметр, то здесь вот уже получается кубический километр риса. Я думаю, что это больше, чем все урожаи риса там за много лет. Вот. Но это такая просто маленькая прикидка. Вдруг кто-то эту легенду не слыхал. Хорошо, а у нас с вами был вопрос, на котором я закончил неделю назад лекцию, про то, как суммировать геометрическую прогрессию. Давайте я напомню этот вопрос. Он основывался на следующем эксперименте. Вот у нас есть геометрическая прогрессия. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ну, давайте я дальше писать не буду. А теперь такое странное наблюдение. 1 плюс 2 – это 3. Тройка – это на 1 меньше, чем 4. Значит, 1 плюс 2 плюс 3 – это, соответственно, 3 до 4, то есть 7. На единичку меньше, чем 8. Если я добавлю еще 8, то будет 15. Это на единичку меньше, чем 16. Значит, 15 до 16 – это, соответственно, будет 31. На единичку меньше, чем 32. То есть у нас все время, если мы будем суммировать степени двойки, то мы будем получать следующую степень без единички.
давайте это напишем, так сказать, в общем виде, что 1 плюс 2 плюс 2 в квадрате плюс 2 в кубе плюс и так далее плюс 2 в степени n оказывается равно 2 в степени n плюс 1 минус 1. Ну, мы пока что проверили это равенство чисто экспериментально. Но, в принципе, нетрудно понять, что в этом эксперименте уже заключено и доказательство. Почему? Потому что давайте просто возьмем левую сумму и будем ее и добавим к ней единицу. Единица плюс единица плюс 2 плюс 4 плюс 8. Можно, давайте я даже поставлю скобки, чтобы объяснить, что я взял единицу и добавил к сумме всей этой прогрессии. Конечно, я могу теперь эти скобочки убрать, они были просто для наглядности, и сообразить, что 1 плюс 1 – это 2. Тогда получается 2 плюс 2 плюс 4 плюс 8 плюс 16 плюс 32 плюс и так далее до 2 в степени n. Следующим шагом я эти 2 плюс 2 сгруппирую в 4. Получается 4 плюс 4 плюс 8 плюс 16 плюс 32, плюс и так далее, плюс 2 в степени n. Следующим шагом я 4 и 4 соединю, у меня получится восьмерка. Получается 8 плюс 8 плюс 16, 32, 2 в степени n. Понятно, что каждым шагом у меня будет в самом начале получаться такое же слагаемое, как и следующая из нашей старой суммы. Понятно, что после многих шагов, на последнем шаге у нас останется 2 в степени n плюс 2 в степени n. То есть, другими словами, 2 на 2 в степени n, то есть 2 в степени n плюс 1. А это доказательство, конечно, содержит одно место, к которому можно прицепиться. А именно, вот когда я ставил многоточие, говорил слова «и так далее». А с другой стороны, понятно, что на каждом шаге у нас будут суммироваться две одинаковые степени двойки и будет следующая степень двойки, поэтому тут все чисто. Вот как такие доказательства оформлять, чтобы они не оставляли сомнений, мы поговорим чуть позже, а пока что, так сказать, факт мы увидели. Хорошо. Перед тем, как обсуждать, как же суммировать геометрическую прогрессию в общем виде, я хочу посмотреть на некоторые примеры геометрических прогрессий. Вот степени двойки, они, конечно, очень хорошие, но что вообще еще бывает? Если мы возьмем какое-нибудь другое число q побольше, например, q равно 3, то получится ряд степеней троек. Ну, я всегда буду считать, что у меня А0 равно единице, просто чтобы со множеством не мешался. Получается 1, 3, 3жды 3, 9, следующая степень 27, следующая 81 и так далее. Видно, что этот ряд чисел тоже очень быстро растет. Но, конечно, рост бывает не всегда. Если, например, я возьму q равно единице, то прогрессия будет совсем глупая. 1, 1, 1, 1. Ну, понятно, что умножение на 1 ничего не меняет. А если я, например, возьму q какое-нибудь меньшее число, например, 1, 2, то у меня будет последовательность, наоборот, убывающая. Единица, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, ну и так далее. Ну, а можно ли брать отрицательное число? Мы прекрасно умеем отрицательные числа возводить в степень.
Ну, тогда получится такая прыгающая последовательность. Давайте, например, посмотрим, как она выглядит, когда q равно минус 2. Значит, единица – это минус 2 в нулевой степени. Понятно, что это единица. Дальше, следующее будет минус 2. Это минус 2 в первой степени. Дальше, возведение в квадрат знак убивает. Поэтому четверка – это будет минус 2 во второй степени. А в нечетной степени у нас нечетное количество отрицательных слагаемых даст знак минус. Поэтому, соответственно, минус 8 будет минус 2 в кубе. То есть у нас будет такая прыгающая последовательность. Давайте я даже ее еще раз напишу. 1, минус 2, 4, минус 8, 16, минус 32 и так далее. Ну и совсем глупо будет выглядеть эта последовательность, если взять q равное минус единице. Она будет просто чередоваться, единичка и минус единичка. Четные степени дадут единичку, нечетные дадут минус единичку. И так далее. Вот. Вот просто я написал, чтобы у вас перед глазами был пример того, как ведут себя геометрические прогрессии при разных значениях q. Но и нам иногда нужно будет внимательно смотреть, для каких значений q наша формула годится, для каких значений нет. Ну, давайте теперь повторим, как же все-таки суммировать геометрическую прогрессию, повторить, потому что на самом деле это проходит в 8 классе. Давайте перейдем на новую страничку. Итак, у нас есть геометрическая прогрессия А0. А0 умножить на q. А0 умножить на q в квадрате. А0 умножить на q в кубе. Ну и так далее. Значит, n член будет А0 умножить на q в степени n. И нас интересует А0 плюс А1 плюс А2 плюс и так далее плюс АН. То есть, другими словами, А0 плюс А0Q плюс А0Q квадрат и так далее до А0Q в степени n. Довольно-таки понятно, что Q в степени n нам мало интересно, что А0 нам мало интересно. Ее можно просто вынести за скобочку и все. Итак, нас, конечно, интересует то, что стоит в скобках. Понятно, что уж на А0 мы всегда умножим. Как же вычислить эту сумму? Для этого есть очень простой алгебраический трюк. Давайте эту сумму, во-первых, как-нибудь обозначим, но раз она сумма, скажем, буквой S. И давайте мы домножим обе части равенства на единицу минус q. Почему так? Ну вот я так хочу. Понятно, что если у нас есть верное равенство, то мы, если мы домножим его на любое число, в том числе и на 0, то опять будет верное равенство. Ну, 0 на 0 мы будем домножать, когда q равно единице, но в этом случае вообще задача никакой проблемы не представляет. Сумма n единиц – это n. Конечно, нам потом нужно будет все-таки говорить, что у нас q не равно единице. Тогда что же у нас будет? S умножить на единицу минус q – это будет… Давайте я лучше единицу минус q первым сомножителем напишу. Переменное место сомножителя все равно произведение не меняется. На единицу плюс q в квадрате. Давайте-ка я еще предыдущие слагаемые напишу q в степени n минус 1 плюс q в степени n. И дальше мне нужно просто раскрыть скобочки, как учили в школе.
что же это будет? Сначала я все слагаемые этой длинной суммы умножу на единицу, то есть просто их тупо перепишу, а потом на q еще со знаком минус. Когда я умножаю их на единичку, у нас так и получится. 1 плюс q в квадрате, плюс q в кубе, может, не надо было его писать, q в степени n минус 1 и q в степени n. А когда я буду умножать на минус q, я буду, соответственно, выписывать это в следующей строчке, просто чтобы было удобнее. Значит, понятно, что у меня все будут теперь слагаемые со знаком минус. И когда я q умножу на единичку, я его напишу здесь, минус q. Значит, когда q умножится на q, будет минус q квадрат. Минус q куб, минус и так далее. Значит, когда у меня q умножится на предпоследнее слагаемое q в степени n, будет минус q в степени n. А когда на самое последнее, то степень увеличится еще на единичку, минус q в степени n плюс 1. Ну и теперь мне осталось привести подобные члены. Понятно, что я специально подгадал так, чтобы у меня в одном и том же столбике стояли одинаковые слагаемые с разными знаками. Ну и мы их, конечно, просто посокращаем. Понятно, что здесь тоже было слагаемое, которое тоже сократится, и здесь. А два несократившихся слагаемых – это только самое первое и самое последнее. Поэтому результат остается очень короткий. Единица отнять q в степени n плюс 1. И так получилось замечательное равенство. S умножить на единицу минус q равняется единице минус q в степени n плюс 1. И теперь, конечно, очень хочется разделить на единицу минус q, но, наверное, вы помните, что в школе всегда требовалась некоторая аккуратность, а именно нужно было сказать, что мы не поделим на 0, то есть мы все-таки будем считать, что q не равно единице. Ну, q равно единице в случае неинтересный, мы его уже обсудили. И тогда получается ответ. Единица минус q в степени n плюс 1 на единицу минус q. Если q число больше единицы, то у нас получается в дроби отрицательный числитель и знаменатель. Это неприятно. Поэтому можно умножить все на минус единицу. Можно писать это, конечно, и так. Вот, собственно, это и есть ответ. Если нас интересует еще А0, то понятно, что результат нужно умножить на А0. Давайте этот ответ тоже напишем, просто чтобы он был. Значит, А0 плюс АН плюс АН. Это есть А0 умножить на Q в степени N плюс 1 минус 1 на Q минус 1. Ну, я один из двух вариантов выбрал. Знака. Вот. Ну и если мы подставим q равно 2, а 0 равно 1 и q равно 2, это был тот пример, который мы с вами обсуждали, тогда у нас эта сумма получится, что единицу умножить на 2 в степени n плюс 1 минус 1 на 2 минус 1. Ну то есть просто 2 в степени n плюс 1 минус 1, как мы уже и видели. Так что здесь все вроде так сказать сходится. Ну и теперь школьники и бывшие школьники любят формулу, ее можно, так сказать, записать в шпаргалку и бездумно применять. Ну, конечно, интереснее применять не бездумно, а на какие-то вещи посмотреть. Ну, давайте я все-таки одно еще бездумное применение ее напишу, а потом мы обсудим более подробно, что же здесь написано. Давайте я возьму такую геометрическую прогрессию. А0 у меня будет равно половинке, и q будет равно половинке.
Нет, нет, давайте я лучше просто эту сумму напишу. Нет, давайте я на следующую страничку перейду. Я думаю, что здесь не нужно формалистики. Так. Значит, я хочу посчитать такую сумму. 1/2 плюс 1/4 плюс 1/8 плюс 1/16 плюс и так далее, плюс 1 на 2 в степени n. Сумму таких слагаемых. А почему я начал здесь не с единицы? Ну, просто потому, что просто, ну хорошо, давайте даже начнем с единицы, чтобы формула была такая, как надо. А потом мы можем про эту единичку и забыть. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. У нас здесь есть начальный член единичка и q равно 1/2. Поэтому мы можем совершенно бездумно применить формулу, которая у нас была. Единица минус единица на 2 в степени n плюс 1 на единице минус 1/2. А как-то эту дробь, конечно, нужно причесать. Проще всего и числитель, и знаменатель привести к общему знаменателю. Значит, здесь в числителе будет 2 в степени n плюс 1. Минус 1 на 2 в степени n плюс 1. А в знаменателе будет, ну, единица минус 1/2, уж как-нибудь и так посчитаете, 1/2. Значит, деление на 1/2 – это умножение на 2. То есть получается 2 умножить на 2 в степени n плюс 1 минус 1 на 2 в степени n плюс 1. То есть 2 умножить на единицу минус единица на 2 в степени n плюс 1. Зря я даже приводил к общему знаменателю. Получается 2 минус единица на 2 в степени n. Почему здесь было n плюс 1, а там n? Я, конечно, воспользовался тем, что 2 умножить на единицу на 2 в степени n плюс 1 – это единица на 2 в степени n, если кого-то смутило это переписывание. Ну, а теперь давайте я, как и с самого начала хотел, уберу единичку. Что мне нужно сделать? Мне нужно просто из правой и левой части вычесть 1. 1/2 плюс 1/4 плюс 1/8 плюс и так далее плюс 1 на 2 в степени n будет не столько, сколько у нас получилось, а на единичку меньше. То есть 1 минус 1 на 2 в степени n. Я это равенство написал для того, чтобы показать, что на самом деле мы его можем прекрасно увидеть без всяких формул. Представьте себе, что у вас есть стакан воды. И вы его выпиваете. Что мы делаем? Сначала мы выпьем полстакана. Понятно, что полстакана и останется. После этого выпьем половину остатка. Половину остатка – это четверть стакана. Тогда останется то, что ниже этой линии, то есть еще четверть. А после этого выпьем половину остатка, то есть 1/8. Понятно, что останется тогда тоже 1/8. То, что происходит на каждом шаге, как раз у нас написано, простите, значит, то, сколько мы выпили, написано в левой части равенства. Смотрите, первым шагом мы выпили полстакана, вторым шагом выпили четверть стакана, третьим шагом выпили 1/8 стакана, ну и последним шагом мы выпили 1 на 2 в степени n.
А то, что осталось, это написано в правой части равенства. Это единица минус вот это самое два степени. Два степени – это как раз столько, сколько еще осталось на выпуске. Тем самым это равенство просто, так сказать, вот можно наглядно проиллюстрировать. Ну, а дальше можно задать такой немножечко скользкий вопрос. А что будет, если мы сделаем бесконечное число глотков? Понятно, что рано или поздно мы выпьем весь стакан. В реальности, конечно, никакого бесконечного числа глотков не потребуется, потому что когда жидкости останется настолько мало, что она уже просто будет по донышку и стенкам размазана, весь наш процесс закончится. То есть это произойдет тогда, когда единица на 2 в степени n уже будет меньше, чем, слой, который удерживается на стенках поверхностным натяжением, там, или как-то так. Но если от реальности абстрагироваться, то у нас, то мы можем представить себе такой бесконечный процесс выпивания стакана. И тогда у нас возникает идея, что, может быть, это можно и так и написать. 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая плюс и так далее до бесконечности равняется единице. Мы весь стакан выпили. Значит, я поставил знак вопроса для того, чтобы вы понимали, что на самом деле это некоторая эвристика. То есть, что такое сумма бесконечного числа слагаемых, мы объяснить пока не готовы. И более того, мы прекрасно понимаем, что в некоторых других случаях сумма бесконечного числа слагаемых – вещь бессмысленная. Ну, например, если мы будем обсуждать, что такое сумма бесконечного числа единиц. Понятно, что такого числа не бывает. Поэтому на самом деле этому равенству еще нужно было бы придавать смысл. Но с другой стороны, вот тот процесс выпивания стакана, который я описал, он, в общем, показывает, что интуитивно нам более-менее понятно, что происходит. На самом деле... такого сорта рассуждения известно очень-очень давно. И вы, наверное, знаете, раз уж вы учитесь на отделении философии, что первое такое рассуждение, исторически нам известное, принадлежит Зенону, одному из софистов. Оно называется «Рассуждение про Эхиллеса и черепаху». Рассуждение Зенона не оперировало какими-то конкретными количествами. Он просто говорил, что что Ахиллес бежит быстрее черепахи. Ну, давайте конкретизируем, будем считать, что Ахиллес бежит в два раза быстрее черепахи, просто чтобы оперировать теми же самыми числами. А рассуждение Зенона звучало таким образом. Вот у нас есть отрезок в один стадий, сколько это я, к моему стыду, не могу сказать. И значит, здесь у нас есть Ахиллес, а здесь у нас есть черепаха. Значит, мы договариваемся, что Ахиллес бежит вдвое быстрее черепахи. Ну, на самом деле, конечно, физически правильно было бы взять другое число, но давайте считать, что Ахиллес идет нога за ногу, но все-таки быстрее черепахи. Значит, что происходит? Ахиллес в какой-то момент добежит до того места, где была черепаха. Но поскольку она ползет в два раза медленнее, то она проползет вдвое меньшее расстояние. Значит, это расстояние Ахиллес также легко покроет, но черепаха, которая ползет в два раза медленнее, уползет еще на четверть.
Значит, когда Ахиллес покроет эту четверть, то черепаха убежит, уползет на 1/8. Ну и дальше нужно сказать те же самые волшебные слова и так далее. В этом месте Зенон делал такой обескураживающий вывод, что поскольку мы рассматриваем бесконечное число состояний, то это означает, что он ее никогда не догонит. Но это, конечно, некоторая спекуляция. Гораздо важнее то, что, собственно, главное содержание парадокса Зенона состоит в том, что если мы хотим рассматривать движение, то мы должны быть готовы к тому, что там придется рассматривать бесконечное число состояний. То есть, на самом деле, в этом, а отнюдь не в суммировании геометрической прогрессии, стоит главное, так сказать, положительное содержание вот этого рассуждения. Если вы подойдете к этому вопросу так, как подходит каждый пятиклассник, то вы легко сообразите, что на самом деле происходит. Вот у нас есть Ахиллес, который движется с некоторой скоростью v. Ну, в данном случае у нас было, что это был 1 километр, давайте уж в час. А, соответственно, черепаха движется со скоростью u меньшей, 0.5 километра в час. Спрашивается, когда же Ахиллес догонит черепаху? Значит, расстояние у нас здесь 1 километр. Ответ на этот вопрос может дать каждый школьник. Для этого нужно просто посчитать скорость сближения. Понятно, что это ровно v минус u. То есть единичка минус 1/2, то есть 1/2. Соответственно, получается, что расстояние сокращается со скоростью 1/2 километра в час. Соответственно, чтобы со скоростью 0.5 километра в час пройти 1 километр, нужно 2 часа. Значит, через 2 часа Ахиллес догонит черепаху. Значит, за эти 2 часа он пробежит, конечно, ровно 2 километра. Вот 1 километр он пробежит за первый час и еще 1 километр за второй. Но Зенон нам говорит, что до того, как это произойдет, мы должны рассмотреть бесконечное число состояний. Вот. Первое, второе, третье, четвертое. Они у меня на картиночке отмечены, но остальные будут более мелкими, но они не помещаются. Что же это означает на языке бесконечных сумм? Что если мы надеемся, что какой-то смысл можно придать этому самому бесконечному суммированию, то это означает, что вот то же самое равенство, которое я написал со знаком вопроса, выражает, например, то расстояние, которое проползет черепаха. Ну, если я единичку добавлю, то это будет то расстояние, которое пробежит Ахиллес. То есть, другими словами, такие, в общем, естественные бытовые физические соображения нам подсказывают, что такой бесконечной сумме можно придать смысл. Давайте мы попробуем этот смысл обсудить на следующем, правда, листе. Еще немножко с другой точки зрения.
если мы откажемся от рассмотрения сомнительных бесконечных сумм и будем смотреть, что происходит при больших n. Ну, понятно, что у нас есть примерное утверждение такое, что единица плюс 1 вторая плюс 1 четвертая плюс и так далее, то есть единица на 2 в степени n. Мы прекрасно знаем, что это такое. Это будет единица минус единица на 2 в степени n плюс 1 поделить на единицу минус 1 вторую. Мы это уже вычисляли. В конце получается 2 минус единица на 2 в степени n плюс 1. Значит, это вычисление у нас уже было. Единица на 2 в степени n только. Чтобы не мазать, я сейчас просто лишнее уберу. Если смотреть на картиночку, то это звучит так. Вот у нас начальное положение ахиллеса, вот начальное положение черепахи, вот место, где он догонит, я его обозначу буквой D. Соответственно, вот здесь как раз два километра. Мы в километрах все будем для простоты измерять. Тогда что такое написано вот здесь справа? 2 на единицу, 2 минус единица на 2 в степени n. Вот единица на 2 в степени n, это вот этот вот маленький кусочек. Единица на 2 в степени n. И мы прекрасно понимаем то, что и ахиллес, и черепаха по мере, так сказать, движения неограниченно приближаются к точке D. То есть это означает, что в процессе того, как мы рассматриваем эти положения, мы подходим к точке D как угодно близко. Мы подходим. Точки D как угодно близко. Я специально это написал, чтобы задать вопрос, а как же этому придать какой-нибудь разумный смысл? Что означает как угодно близко? Это означает очень простую вещь, что если мы возьмем какое-нибудь расстояние до D, ну, давайте это расстояние обозначим через R, то мы рано или поздно через него перешагнем. То есть для любого положительного числа R найдется шаг, после которого мы будем ближе к D, чем вот это самое D минус R. То есть, другими словами, найдется такой шаг, что единица на 2 в степени n окажется меньше, чем R. Конечно, каждый из вас легко сообразит, что это утверждение проверяется очень легко. Нам задали какое-то R, там 1 сотая, 1 тысячная, 1 миллионная, неважно. И нам нужно сказать, при каком же значении n это произойдет. В школе это называлось решение показательных неравенств. Понятно, что нужно умножить на 2 в степени n и поделить на R, поскольку это положительные числа. Получается, что 2 в степени n должно оказаться больше, чем единица на R.
И нам только нужно объяснить, почему 2 в степени n неограниченно растет. Ну, мы, так сказать, экспериментально это уже видели, что она растет очень быстро. Но если нам нужно точное значение, можем прологарифмировать, например, это неравенство. Но, в общем, в любом случае видно, что такое n найдется. Так что вот утверждение, которое мы сделали, что мы подходим к точке D как угодно близко, мы можем перевести на язык точный, что для любого положительного R найдется шаг, после которого мы будем к D ближе, чем вот это расстояние R. Ну, с двойкой это все звучит вполне себе понятно и правдоподобно. А представьте себе, что у нас есть общий случай. Давайте мы на него посмотрим. Значит, что мы увидели? Мы увидели, что если мы будем брать 1/2 в степени n, то рано или поздно мы приблизимся к нулю как угодно близко. Понятно, что если вместо 1/2 взять другое число, большое число, например, 2, там, 3, 10, то наоборот мы будем расти. Понятно, что граница проходит как раз на единице. Все, что больше единицы, растет, все, что меньше единицы, убывает. А вот вопрос, а если взять q равное 0,99? Ведет ли себя 0,99 в степени n также? То есть верно ли, что что для любого положительного числа R найдется такой номер n, что 0,99 в степени n будет меньше f. А если вы проведете численный эксперимент, например, возьмете калькулятор, возьмете 0,99 и будете его возводить в степень, то вы увидите, что это, конечно, число растет, но очень-очень медленно. И никакой уверенности в том, что мы доберемся до как угодно маленького числа, у нас нет. Пока что я оставлю здесь знак вопроса. Дело в том, что на этот вопрос можно дать абсолютно точный ответ, но для этого нам нужно будет кое-что там подоказывать и некоторые, так сказать, выкладки и некоторые рассуждения применить. Но мне сейчас хочется заняться более такими относящимся к геометрической прогрессии вещами. А в положительный ответ здесь мы пока что можем поверить. И почему мы в него можем поверить, я сейчас объясню такими тоже немножечко эвристическими соображениями. Давайте мы с вами задачу про Ахиллеса и черепаху начнем решать в общем виде. Что Ахиллес бежит не в 2 раза быстрее черепахи, а в какое-то произвольное число раз. Значит, это можно воспринимать по-прежнему как задачу на движение. Вот отсюда стартовал Ахиллес, и у него какая-то скорость v километров в час. А отсюда стартовала черепаха, и у нее меньшая скорость u километров в час.
Ну, конечно, эта задача для пятого класса, значит, из пункта А в пункт Б вышел поезд, а из пункта Б от пункта А вышел другой поезд, и скорость У и В. Когда они поравняются? Ну, ответ здесь очень простой. А догоняет Ч со скоростью В минус У, относительное движение. Ну, это расстояние нам нужно как-то обозначить. Давайте, чтобы у нас было меньше букв, я по-прежнему буду считать, что это один там километр или что-нибудь. Значит, и вопрос, когда догонит, это стандартный вопрос. Дано расстояние и скорость, нам нужно найти время. Понятно, что время – это расстояние, деленное на скорость. То есть время t – это будет единица на v минус t. Но теперь где догонит? Можно сообразить, что черепаха за вот это время – пройдет какое расстояние? Со скоростью u умножить на время t. То есть получается u на v минус t. Понятно, что все это имеет смысл, когда v больше u. Это единственное ограничение, которое у нас есть. Потому что иначе будет отрицательное число и вообще плохо. Вот, значит, этот момент догонял. Момент, когда она догонит. Соответственно, вот это вот расстояние, вот мы его вычислили. Вот оно. U на V минус U. А теперь давайте посмотрим, на эту историю с точки зрения рассуждений Зенона. Значит, пока А пройдет 1 километр, сколько же пройдет черепаха? Понятно, что их отношение скоростей это u, деленное на v. Поэтому если у нас а пройдет, значит, а пройдет 1 километр, то за это же самое время Ч пройдет У на В километра. Ну, понятно, что это как раз меньше единицы. Дальше, за то время, когда А пройдет вот это расстояние, У, деленное на В километр, черепаха пройдет, соответственно, это расстояние, умноженное на отношение скоростей. То есть она пройдет U делить на V в квадрате километра. Ну, когда А пройдет U делить на V в квадрате километра, черепаха это пройдет, это же расстояние со скоростью, пройдет за это время расстояние меньше во столько раз, во сколько отличаются скорости. То есть черепаха пройдет, соответственно, U на v в кубе километра. И так далее. Что же произойдет за n шагов? Значит, давайте я напишу сначала то, что пройдет Ахиллес. Это будет единица, прибавить u на v, прибавить u на v в квадрате, прибавить и так далее, прибавить u на v в степени n. Вот это пройдет Ахиллес. Ну, а черепаха пройдет на единичку меньшая. Вот это пройдет черепаха. Понятно, что здесь у нас опять написалась геометрическая прогрессия. Понятно, что знаменатель этой геометрической прогрессии – это просто отношение скоростей. Если V больше U, то это любое число меньше единицы.
Поэтому мы это у и в, так сказать, не будем. Мы будем, напишем просто 1 плюс у плюс q. Плюс q квадрат, плюс и так далее, плюс q в степени. Ну, а как это посчитать, мы знаем. У нас уже есть формула, я ее не буду здесь переписывать. А гораздо важнее, что мы чуть-чуть не дойдем до вот этого вот места за n шагов. А чуть-чуть не доходим до d. Вопрос, насколько мы не дойдем до d? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть координату точки D, а мы ее знаем. Вот она обведена в кружочек. Но беда в том, что она не выражена через Q. Как же это выражение выразить через Q? U делить на U минус V. Я предлагаю сделать очень простую вещь. Я предлагаю исчислитель и знаменатель поделить на U. Тогда сверху будет единица, а снизу первое слагаемое поделить на u будет 1, отнять выделить на u. То есть 1 на 1 минус u. Хорошо. Теперь мы знаем, насколько мы, значит, где же находится вот это самое d. А с другой стороны, мы знаем сумму геометрической прогрессии. Это будет 1 отнять u в n плюс 1 на 1 отнять q. И давайте мы теперь возьмем и давайте мы теперь возьмем и разобьем это на два слагаемых. 1 делить на 1 минус q, отнять q в степени n плюс 1 на 1 минус q. Что же у нас получится? У нас получится, что вот это в точности вот это, то есть координаты точки D. Значит, второе слагаемое со знаком минус, это как раз насколько мы не дойдем. И, следовательно, нам понятно, что нужное время, а именно время, когда догонит, вот мы его вычислили, время t, мы все-таки дойдем до точки d, то естественно ожидать, что мы в тех позициях, которые мы рассматриваем из рассуждения Зенона, будем к d приближаться все ближе и ближе. То есть это означает, что вот подчеркнутое волнистой чертой выражение у нас с ростом n может стать как угодно маленьким. Это как раз и означает, что, видимо, мы можем придать смысл бесконечной сумме. И если мы будем рассматривать бесконечную сумму q, то есть что будет, так сказать, при n стремящемся к бесконечности, то у нас должно получиться то, что у нас здесь обведено в правой части. И вот получается такая формула, что если мы хотим рассмотреть такую сумму бесконечного числа слагаемых, то 1 плюс q в квадрате, плюс q в третьей степени, плюс q в четвертой степени, плюс и так далее, до бесконечности. Это есть единица на единицу минус. Единственное, обращаю ваше внимание, что мы... Так, я прошу прощения, я не перелистнул страничку, поэтому вы то, что я сейчас написал, не видите. Исправляюсь. Значит, пишу еще раз.
значит, 1 прибавить q в квадрате, прибавить q в третьей, прибавить и так далее. Получается 1 на 1 минус. Значит, эту формулу обычно называется сумма бесконечной геометрической прогрессии. Обращаю только ваше внимание, что мы убедились в осмысленности этой формулы только когда q существенно меньше, когда q меньше единицы. На самом деле нетрудно сообразить, что если q больше единицы, то здесь написано явная бессмыслица. Ну, например, представьте себе, что будет, если у нас q равно 2. Слева у нас будет сумма степеней двойки, которая очень-очень быстро растет. А справа будет минус единица. Это нонсенс. То есть, другими словами, эта формула явно годится только для не для всех значений q. Но поскольку мы рассматривали любое соотношение скоростей, только бы ахиллес бежал быстрее черепахи, то у нас это годилось для любого положительного значения q меньшего единицы. В принципе, хорошо было бы объяснить, что для отрицательных значений q это тоже вполне себе сгодится. Но я, наверное, поскольку у нас осталось не очень много времени, оставлю это на следующий раз. А сейчас обращу ваше внимание на то, что вообще-то этой формулой вы пользовались гораздо раньше, чем вам ее рассказали в школе. В школе ее тоже рассказывают, но рассказывают ее в 8 классе. А на самом деле этой формулой вы пользовались еще в каком-нибудь там 3 или 5 классе, когда занимались переведением обыкновенных дробей в десятичные. Значит, вот сюжет, казалось бы, совершенно из 5 класса. Мы берем дробь 1/3, и мы хотим перевести ее в десятичную дробь. Ну, на самом деле, вы, наверное, все знаете, что точно это сделать нельзя. Но, тем не менее, можно сделать так, как учили в школе. Берем единицу и углом делим на 3. Понятно, что поскольку единицы меньше то тройки, то будет значение 0, и мы приписываем один знак. Значит, 10 разделить на 3, 3 3 – 9. И дальше будет 10. Дальше этот процесс продолжится как угодно далеко. Значит, 3 3 опять 9, значит, 1, 0, ну и так далее. Здесь это будет все время повторяться, и тем самым у нас получается такая бесконечная десятичная дробь. 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Что же это такое? Понятно, что ни этот процесс, ни процесс, который описал Зенон, бесконечно в реальности продолжаться не может. Потому что поэтому и то, и другое – это некоторая абстракция. Но давайте все-таки подумаем, а что из себя представляет вот такая дробь? 0, 3, 3, 3, 3, 3 и так далее. Ее можно воспринимать как очень простую сумму. 0,3. Это вот эта тройка. Плюс 0,3. Плюс 0,003, плюс 0,003, плюс и так далее. Это уже эти дроби даже называть долго, но, в общем, при этом понятно, что происходит. А теперь давайте я это перепишу чуть-чуть по-другому. 0,3 я оставлю как есть.
А 0,03 это в 10 раз меньше, чем 0,3. Поэтому это будет 0,3 умножить на 0,1. 0,003 это в 100 раз меньше, чем 0,3. Поэтому я напишу 0,3 умножить на 1 на 10 в квадрате. Значит, 0,3 еще в 10 раз меньше. Поэтому здесь будет написано 0,3 умножить на 1 на 10 в 3. И тем самым мы видим, что я написал сумму бесконечной, если я говорю, что у меня тут бесконечное число, раз я сделал это деление, бесконечной геометрической прогрессии. Понятно, как всегда, 0,3 можно вынести за скобочку, это у нас А0. И получается 1 плюс 1/10 плюс 1/10 в квадрате плюс 1/10 в кубе плюс и так далее. То есть у нас здесь А0 равно 0,3, а Q это 0,1, которую я больше люблю писать как обыкновенная дробь. Так, что-то произошло, у меня перестал отображаться экран. В чем дело? Так, я прошу прощения. Значит, я то, что я говорил, на экране почему-то не отображалось. Какой-то сбой произошел. Значит, я продолжаю выкладку с того места, которое было написано. 0,3 плюс 0,3 на 1/10. Что ж такое? А попробуйте отключить демонстрацию экрана и включить ее снова. Может быть, получится? Нет, тут, видимо, не включено, что просто батарейка кончилась. Вот. Ну, хорошо. Тогда я предлагаю вам додумать самим, почему же это все-таки... Та же самая сумма геометрической прогрессии, поскольку я явно за 2 минуты, которые у нас остались до конца, с этой технической проблемой не справлюсь. И тогда просьба к тем, кто про периодические десятичные дроби забыл с начальной школы, это в памяти освежить. Вот. Ну и тогда в следующий раз мы уже эту выкладку восстановим. Вот, хорошо, тогда я прошу прощения за немножко скомканный конец и до следующего раза с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания.